Приветствую, друзья! Оказывается, сегодня вышли последние три уровня, и я о них совершенно забыл. Но мы это исправим. Но единственная проблема, после обновления каждые несколько секунд выскакивает вот такая вот ошибочка. Я надеюсь на то, что эта ошибка не особо критична, и она не помешает нам записать парочку роликов. Ну а тем временем мы уже загрузились, и давайте начинать. Так. Ну, в принципе, тут ничего серьезного нет, кроме противников, как всегда, как меня раздражает уже видрук. Так, все, мы попрощались с последним захватчиком и летим вперед. А, опять эти чертовы порталы. Терпеть их не могу. Я задолбался с ними в прошлый раз, и мне предлагают снова с ними. Отлично, мы сможем обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии, если мы произведем дополнительную энергию на 252 часа. То что будет? Черт его знает, что будет. Сухи почему-то не хочет с нами этим делиться. Ребята, а вы не устали? Вам нормально, да? Ладно, бегайте. Не буду вас отвлекать. Блин, эти собаки еще смеют хилиться, когда я их уничтожаю. Вот же животные. Ладно. Не будем особо обращать на это внимание. Все равно им не жить. О, какие люди. Потом земля затряслась и рухнула. Наконец-то оно появилось в виде гигантского дракона. Так что я кинулся на большой разинтый рот, дышащий пламенем. Ха-ха. Так и победил темного мага. Вау, круто. А так ты и темного мага победил, после того, как он превратился в дракона? Мисакаюки из легенд. Должно быть, в наши дни есть многообещающие воины. Ты будешь достойным противником, если смог победить темного мага, не так ли? Я вхожу в азарт. Так как насчет раунда спарринга. О, я чувствую сегодня себя неважно. Прощай. Ну, как всегда. Так, ну нам по-любому сейчас с Сакаюки придется сражаться. Это неизбежно. Да? А, нет, не хочет с нами сражаться. Удивительно. Она впервые не хочет с нами сражаться. Ладно, пускай будет. Но опять призраки. Камила, мини-рыцарь, какой-то ученый и какая-то непонятная обезьяна. Итак, простой ребенок снизил чувствительность меча чемпиона к стражнику. А ты кто такой? Ты куда пошел? Ну-ка, голова, догони его. Ладно, к сожалению, мы тебя не можем закинуть наверх. А вот интересно даже, кто он. Стой, тихо, спокойно. Ну зачем? Я же хотел спокойненько протонуться. Ладно, шут с вами. Куда поедем? Нет, подожди, тут нет ничего. Подожди, мышь, не взрывайся. Ладно, я в принципе знаю, куда тебя нужно направить. Бум. Прекрасно. Больше вроде ничего нету, да? Куда нам нужно? Да, пожалуй, теперь только тут попрыгать нужно. Да, теперь, пожалуй, только тут попрыгать. И, собственно, на этом все. Давайте сюда быстренько перепрыгнем, посмотрим, что у нас тут есть. Есть у нас только два кругляшка. Ну ладно, не страшно. Возвращаемся обратно. И все. И наверх. Давай, прыжок. Опять вы. Сколько вас тут будет-то еще, а? Чертовы захватчики. Все, готово. Так, давайте вот эти бочки. Так, еще один портал, и куда ты нас приведешь? А привел он нас еще к одной мыши. Ну, такое себе. Так. Ну, тут понятно все. Нам нужно что-то притащить, чтобы что-то поджечь. Пойдем дальше, короче. Что нам делать? Ее сопротивление терапии снова становится сильнее. Нет. Когда бы она не проснулась, она вернется в то место. Принцесса. Принцесса, пациентка из нашего отделения выздоровления сбежала. Она очень нестабильный пациент. Мы наблюдали за ней, но снова упустили. Она убежала в свое укрытие, глубоко в замке. На пути туда много ловушек. Можешь найти сбежавшую пациентку. У меня есть выбор. Я поищу ее. Спасибо, она нестабильна. Будь осторожнее. Ты же не против, если она окажется в сопротивлении, и мне придется ее уничтожить? Уф, помогите. Кому помочь? А, ты упал там. А, это типа ловушки.
Итак, если эти кнопки не работают, значит тут должен быть секретный проход. Да, действительно, вот она. Тихо. На здоровье так не осталось. Так, яма. Ну, выбора особо нет, прыгаем в яму. Так, портал это, я так понимаю, нам назад нужно будет возвращаться. Ну ладно. В принципе, неудивительно. Это место. Опять оно, да? Хачидзу, что это? И опять ты. Держись подальше от моих товарищей. Грязные захватчики, они снова преследуют моих товарищей. Ранг, панх. Ну, уклоняйся. Стой, ранг, панх. Это я, принцесса. Ранг, панх, проснись, посмотри на меня. Не произноси моего имени, ты. Нужно сначала ее успокоить. Ну и что, что ты? Ну и что ты двигаться-то не стала? Давай вниз. Стой, ранг, панх. Ну что ты мяукаешь, я тут, иди сюда. Так, все, давай, по башке ему посохом. Прекрасно. Извини, извини, извини. Я чуть было снова не подверглась всей опасности. Я защищу всех вас. Я скрылась. Или скрылся. Ладно, он опять убежал. Или она, я что-то совсем растерялся, кто это. Она, он. Опачки, это кто? Опять ты. Ладно. Настала наша погибель. Такое бывает. Так, все, побежали и... Куда он опять смылся-то, а? Рампажик. Ты задолбал меня уже. Давай вниз, вниз. Вы подлые захватчики. Остановите моих друзей в покое. Оставьте. Принцесса. Ёп. Все, прячьтесь. О боже, не могу поверить, что дошло до этого. Сейчас и пациент, и мы все будут в опасности. Высунь голову, я разрежу ее на столько частей, сколько у меня товарищей. Пожалуйста, успокойте рампах, когда она перестанет атаковать. Мы позаботимся обо всем. Хорошо. Так, как он атакует? Ну, хаотичности нету, в принципе, можно прямо пробежать. Рампах, это я, принцесса. Заткнись, думаешь, меня можно обманывать снова и снова? Под кого ты собираешься маскироваться на этот раз? Под того храброго и уважаемого ребенка из деревни? Принцессу из Хевенхолда? Думаешь, я позволю, чтобы моих товарищей снова забрали? Ты подвергаешь всех опасности? Нет, здесь только я и захватчики. Ничего не кончится, пока вы не умрете. Битва закончена, рампах. Все кончилось? О чем ты? Ничего не кончилось. Ничего! Это война. Ты начала ее. Я не просила об этом. Я не хотела браться за ножи и ружья. Я просто хотела проводить время с членами клана, занимаясь ерундой. Рампах. Хашида. Доктор. Все в городе Шен. Помнишь их? Мы разговаривали, пока давали конфеты детям, беженцев. Мы собирались построить для них дом и сделать их членами клана. Маленький мальчик подошел к нам. Он дал нам маленькую коробку. Там был подожжен провод. Пока Хашида гладила его по голове, доктор открыл коробку. Всех разнесло на кусочки. Меня спасло тело доктора. Его растерзанное тело стало моим щитом. Я вижу это все в своей голове каждый день. Мои товарищи взлетели на воздух из-за бомбы. Их плоть была в воздухе. Я пытался собрать их вместе. Их внутренности продолжали течь сквозь пальцы. Никто не пришел на помощь. Куда все они делись? Мои друзья, мои товарищи. Мы обещали захватить мир, когда закончится война. Я не знаю, где и когда проснусь. Доктор Хашида, заместитель. Принцесса. Ранпах. Сейчас. Ну что ты мяукаешь, я тут. Иди сюда. Пожалуйста, проведите быструю терапию снов. Мы обезопасили ее. Быстрая терапия снов. Она уснула. Слава богу. Верните ее в палату для восстановления. Доктор Хашида, заместитель, я видел ужасный кошмар. Сон, в котором я потеряла всех вас. Это было ужасно. Хорошо, что это было только сон. Вот третий уровень, он хорош. Спасибо большое, что нашли нам пах.
Болезнь ума действительно ужасающая. От них нет лекарств или операций. Не могу поверить, что яркая и счастливая Ранпах закончила вот так. Фави, когда она проснется, расскажи ей о Ульке. Однажды мы еще встретимся и посмеемся. Мне тоже нужно возвращаться в палату для восстановления. Еще раз спасибо. Заглядываю в любое время. Да, обязательно. Вот такой кошмар я хотел. Вот именно вот таким он и должен быть, а не то, что было 3 уровня назад. Ну как, я не могу понять. Вот серьезно, не могу понять, мне нужно что-то взять. Блин, точняк, я туплю, я жестоко туплю. У меня же голова с собой есть. Так, все. И подбираем. Теперь. Ну давайте подумаем, как достать эту ерунду. Возможно, кстати, да. Даже, в принципе, думать не нужно. Короче, берем мышь и летим этой мышью туда, откуда мы только что пришли на вопрос. А, стоп, я уже неправильно начал. Вот так вот. Разве сюда? Нет, все правильно сюда. Так, и сразу вторую тоже взорвем, пока рядом. Теперь забираем это и уходим. И уходим, собственно, туда, куда нам нужно. Ну-ка, секунду. Интересно, а что там? Но мы, в принципе, собрали, нам осталось всего лишь 4 фрагмента. Поэтому не думаю, что нам туда нужно. В крайнем случае, если нам туда нужно, то мы туда попадем. Опять захватчики, а? Да сколько у вас? И финальный штрих. Готов. Так, 2 штуки осталось, и они где-то тут должны быть, да? Да, вот они. Да, собственно, в этих бочках они и лежали. Хорошо, ну все, выходим отсюда. Так, все, 4-й уровень завершен. Ну да, значит, получается, в том коридоре не было ничего полезного для нас. И остается всего лишь 2 уровня этого кошмара. Ха-ха-ха. Что у нас, кстати, следующее будет? Верхний этаж. Ну ладно. Встретимся в следующей серии. До встречи.